Добрый вечер, в эфире «Воскресное время», я Петр Толстой. В ближайший час о главных событиях минувшей недели. Место встречки изменить нельзя. Новые громкие ЧП с участием ДПС. Почему граждане не знают свои права, а милиционеры обязанности? Ай! Палец сломаешь! Ай! Конечно, ай! Козырная карта. Какой будет новая платежная система в России? Тайны банковских карточек и списанные со счетов деньги. В подавляющей части наших людей расчеты за услуги, за покупки, за коммунальные платежи прежде всего ассоциируются с наличными в кармане. Хождение за три моря. Россия и Индия развивают взаимовыгодное сотрудничество на воде и на суше. В семье, вот в моей, где я рос, в основном употребляли чай, кофе практически никто не пил. И особой привилегией было заварить именно индийский чай. Вся президентская рать. Создана новая коалиция и новое правительство Виктора Януковича. Каковы будут первые шаги новых украинских властей? Страх и ненависть в Тбилиси. Кто стоит за шокирующей провокацией грузинского телеканала, посеявшей всеобщую панику? Танковый батальон российских вооруженных сил пересек границу Ленингорского района и теперь находится на подступах к Тбилиси. Самыми широко обсуждаемыми в обществе на этой неделе вновь стали два скандальных эпизода с участием сотрудников милиции. История с организацией живого счета на МКАДе и расследование аварии на Ленинском проспекте. Про это всю неделю пишут и говорят все. И дело, конечно, не только в этих двух возмутительных эпизодах, а в их обыденности и распространенности по всей стране. Беда в том, что оба эти случая и еще сотни таких же не являются ни для большинства граждан, ни для милиции чем-то из ряда вон выходящим. Вот такая у нас сложилась практика. О ней просто не принято говорить. Однако в эпоху интернета и видеокамер невозможно что-либо скрыть. А для того, чтобы поменять ситуацию в корне, и милиции, и гражданам необходимо просто знать и соблюдать законы. Звучит, в общем-то, просто и даже банально. А в реальности все гораздо сложнее. В непростой ситуации разбирался наш корреспондент Кирилл Брагин. Это часы службы ГИБД, которые на карте Москвы, и вы будете всегда видеть то место, где с вами случай произошел. Этот случай Станислав Сутягин и без наградных настенных часов вряд ли забыл бы, впрочем, как и Николай Королев. 5 марта сотрудники ГАИ остановили их машины на МКАДе и попросили поставить почти поперек полос. Зачем, не объяснили. Все стало понятно, когда Мерседес Станислава и Волгу Николая протаранила белая Ауди и уехала дальше. Это уже потом окажется. В ней скрывались барсеточники, а водители стали живым щитом на пути особо опасных преступников. Получается, что это результат участия спецоперации. Двери, переднее крыло Мерседеса придется менять. Волге повезло меньше. Кроме повреждений кузова, еще и рулевую рейку погнуло. И кто заплатит за ремонт в день аварии, участникам спецоперации не сказали. Страховая компания мне сказала, что нет виновника, справки нету. Дальше, говорит, ничего нету. Это сейчас столичная госавтоинспекция обещала восстановить машины, а генерал Казанцев даже извинился. Но ничего бы этого не было, если бы Станислав Сутягин не разместил в интернете видеоролик, в котором и рассказал о том, как добровольно-принудительно помогал ловить преступников. Об этой истории вообще никто бы не узнал, как это уже не раз бывало. Удар пришел и ушел целиком вот в левое заднее колесо, от чего порвалась покрышка, были помяты диск, колпак и рычаги. Владимир Ионочкин стал участником живого счета летом прошлого года на 92-м километре МКАД, почти там же, где и в этот раз. Только тогда сотрудники ГАИ ловили пьяного водителя. Нам запретили строго-настрого выходить из машин. Категорически сотрудники кричали на тех, кто пытался это сделать. Машина Владимира оказалась в третьем заслоне, но даже этот щит пьяный водитель иномарки преодолел. Остановили его только выстрелы из автомата. В итоге 6 разбитых автомобилей, которые сотрудники ГАИ восстанавливать отказались. Владимир до сих пор пытается добиться справедливости, но прокуратура даже отказывается заводить дело. Нет оснований. Мотивировка просто поражает. В связи с тем, что сотрудники ГАИ на посту 92
192-го километра, не имели достоверных сведений о месте, о времени прибытия автомашины нарушителей, они выставили щит и запретили пассажирам и водителям выходить из транспортных средств. Не позвонили им пьяные и не сказали, когда они приедут на пост. Юристы сейчас говорят, водители имели полное право в этих сомнительных милицейских операциях не участвовать. По закону устраивать заграждение на дорогах можно только с помощью автомобилей со спецсигналами или грузовых машин. Даже если грузовые автомобили выставляют, обязаны сотрудники милиции высадить пассажиров и водителей, отвезти в безопасное место. Ничего этого сделано не было. Вот исходя из этого, уже любой водитель, который попал в эту ситуацию, должен был, если уж не заподозрить, то хотя бы предположить, что действия незаконны. Выполнять такие требования, распоряжения или даже просьбу тоже не следует. Впрочем, большинство автолюбителей уверены, спорить с сотрудником ГАИ себе дороже. Андрей как-то попробовал, когда его остановили на одном из рязанских перекрестков, попросил объяснить причину. Статья 5.39. Отказ предоставления гражданину информации. Вы не можете предоставить информацию? Весь разговор Андрей снимал на видеокамеру, но не думал, что получится такое кино. Ай! Палец сломаешь! Ай! Конечно, сломаешь! Андрея вытащили из машины силы и на сутки задержали за сопротивление сотрудникам милиции. Теперь он ходит по судам и намерен добиться правды. Формулировка, да, сопротивление сотрудникам, а сопротивления-то не было никакого. То есть, по сути, я сидел в своей машине, меня не могли... Вообще вытаскивать из машины? На каком основании? Милиционеров, ломавших Андрею пальцы, так до сих пор никто и не наказал. А в случае с живым щитом на МКАДе, оргвыводы в МВД сделали довольно быстро. Начальник полка патрульно-постовой службы и ДПС отстранен от занимаемой должности. Руководителю ГИБДД города Москвы объявлен строгий выговор. По материалам Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Расследование на этой неделе обещали взять под контроль депутаты Госдумы. И многие сейчас говорят, это явно будет не лишним, учитывая, как милиция порой разбирается в обстоятельствах ДТП. Мама Оля. На этом видео из домашнего архива маленькой Нади нет и года. Долгожданный ребенок на руках то у бабушки Веры Сидельниковой, то у мамы Ольги Александриной. А здесь семья отмечает Новый год, оказалось последний в жизни Надиных мамы и бабушки. 25 февраля они погибли в аварии на Ленинском проспекте. Их Ситроен столкнулся с Мерседесом вице-президента компании «Лукойл». Сотрудники ДПС уже через пару часов заявили, в аварии виноват водитель Ситроена. Машина вылетела на встречную полосу и врезалась в Мерседес. В этот же день интернет буквально взорвался комментариями свидетелей аварии. По их словам, все было наоборот. Это Мерседес, объезжая пробку по встречной, столкнулся с Ситроеном. На обоих машинах шипованная резина, это надолго остается. Поэтому на схеме в обязательном порядке вот этот след должен быть отображен. Его здесь нет. И определить эксперту момент столкновения практически невозможно. В руках адвоката Игоря Трунова схема ДТП. Правда, получил он ее неофициально. Официально ознакомиться с материалами дела следователь почему-то пока не разрешает. Если мы не получили вот эту схему, ее можно перерисовывать сколько угодно раз. Ее можно выкинуть и новую поставить. Почему? Потому что из чего видно, что это та схема или другая схема. Поэтому нам не дают документы только потому, что еще не принято решение, кто виновен, понимаете? Адвокат вице-президента «Лукойла» говорит, многие сейчас делают преждевременные выводы. Нужно дождаться результатов расследования, а внимания к этому делу даже слишком много. Для чего существует закон? Чтобы его соблюдать, чтобы все в обществе делалось по закону. Поэтому вот эти заявления, вот этот ажиотаж весь, который поднят вокруг дела, я расцениваю лично, как сделанный умышленно для давления на органы предварительного расследования. В этом деле оказалось слишком много странного. Запись с 15 камер видеонаблюдения вдруг куда-то исчезла. Потом на пресс-конференции в ГИБДД показали пленку только с одной, но на ней не видно момента столкновения. Правда, при этом обещали провести справедливое расследование. Для родных погибших это стало буквально шоком. Они говорят, на дороге действительно может случиться всякое, но зачем понадобилось все скрывать? Какая уж тут справедливость? Вы понимаете, что значит справедливость? Мы же не восстановим жизнь двух людей. Людей умерших. Мы не вернем девочке полуторагодовалой любовь матери, которую она никогда не узнает.
Что, какая может быть справедливость? Мы просто хотим, чтобы нам истинную картину все-таки показали и не прятали ее, не делали вид, не обманывали нас тем, что у них нет, не работает то, не работает и это. В конце концов, 21 век. На любой глухой улице там на женщину сосулька падает, есть видео. В метро хулигана задерживают, есть видео. Здесь видео нет. Этому я, простите, не верю и никогда не поверю. А раз видео нет, раз это скрывают, значит недоверие идет и дальше. На этой неделе президент Дмитрий Медведев поручил министру внутренних дел разобраться во всех обстоятельствах ДТП на Ленинском. Два громких дела, и авария в центре, и живой щит на МКАДе, говорят эксперты, не зря получили такой резонанс, что называется, накипело. В том мире, в котором мы живем сегодня, терпеть хамство, безобразие со стороны сотрудников милиции уже невозможно. И мы это видим. И вот то, что происходит сегодня, мне кажется, что это очень важно, что общество стало реагировать на беспредел, который совершают некоторые сотрудники правоохранительных органов. И реагируют порой очень жестко. В конце недели милиционеры наконец задержали тех самых барсеточников, правда уже на другой машине, и на этот раз обошлось без гражданских заслонов. Для Станислава Сутягина это в какой-то мере стало утешением, хоть не зря разбили «Мерседес». Но больше добровольным помощником ГАИ почему-то становиться не хочется. Я для себя сделал вывод, что когда будут перекрывать дорогу, я останавливаться не буду. Если у меня будет возможность проехать, скажем так, и не остановиться, я буду приезжать. Система, уверен Станислав, сама по себе вряд ли скоро изменится. Он, как и другие участники живого счета, теперь на собственном опыте убедился. Если соблюдались, нужно приложить некоторые усилия. Водительское удостоверение ведь не зря называют правами. И кроме права на управление автомобилем, у водителя есть и другие. По крайней мере, он как минимум имеет право не быть использованным в качестве живого счета. А в случае дорожно-транспортного происшествия, опять-таки имеет право на объективное расследование. Другое дело, что сотрудники милиции далеко не всегда готовы эти права защищать, хотя это их основная функция. Но в любом случае это не значит, что прав нет и их не нужно отстаивать. Кирилл Бранин, Ольга Герасименко, Вадим Фридман, Артем Григорян, Игорь Крицков, Гурам Разилов, Александр Каргин, Руслан Мещеряков и Александр Гусев. Воскресное время, Первый канал. Минувшую пятницу президент России Дмитрий Медведев раскритиковал непрозрачную и непонятную для граждан систему формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В результате махинаций местных властей и нерадивых коммунальщиков в разных городах страны оплата этих услуг выросла с Нового года чуть ли не на 50%. При этом служба коммунального хозяйства пользуется собственным монопольным положением на рынке. У граждан ведь нет просто выбора, как оплачивать часто взятые с потолка цифры в квитанциях за квартиры. Разобраться с этой ситуацией в течение 10 дней президент Медведев поручил вице-премьеру правительства Дмитрию Казаку. В случае необоснованного завышения цен руководители на местах сами за это дорого заплатят. Я поручаю вам провести селекторное совещание по основным территориям, где зарегистрирован рост тарифов. Выслушать руководителей субъектов федерации и, может быть, крупнейших муниципальных образований. И объяснить им, что они отвечают головой и должностью за подсчет точность стоимости тарифа. За то, чтобы нормы потребления действительно не отличались одни от других населенных пунктов, где, может быть, и территория одна и та же, и население имеет один и тот же уклад жизни. Если правительству потребуются здесь какие-то дополнительные полномочия, я готов их предоставить. Даю вам на это 10 дней, и после этого доложите мне. Хорошо. До этого 10 дней будет решено, будет полная картина и полная ясность. Явно совершаем, что вот эти нормативы завышенные, это компенсация потерь нерадивым предприятиям жилищно-коммунального комплекса, которые работают неэффективно, и поэтому, так сказать, перекладывается на потребителей. Но вы объясните им, что если они ничего не сделают, то работать будут в другом месте. Президент также предложил подключить к выяснению ситуации Генеральную прокуратуру. Если будет установлено, что тарифы завышены, руководители регионов, где это произошло, должны будут принять меры по их уменьшению и перерасчету жилищно-коммунальных услуг, уже оплаченных населением.
В России на этой неделе обсуждалась идея строительства в нашей стране целого инновационного города – российской силиконовой долины. Детали нового высокотехнологичного проекта еще до конца не ясны, но ясно одно – цифровые технологии, интернет и современные системы передачи данных будут развиваться в России ускоренными темпами. Так или иначе, скоро они станут частью нашей повседневной жизни. И, как часто это бывает, первыми эту тенденцию почувствовали те, кто хочет заработать на всем этом легкие деньги. По официальным данным, за последний год число преступлений в сфере высоких технологий выросло в 2 раза. Защитить и граждан, и финансовый рынок должны будут в том числе и пластиковые карты будущей национальной платежной системы. О ее создании говорилось на этой неделе на совещании у президента России Дмитрия Медведева. Преимущества и опасности будущей системы исследовал наш корреспондент Александр Бутухов. Пенсионерка Елена Шмелева всегда считала, что развитие информационных технологий лично ее не касается. Но при получении социальной карты ей объяснили, что этот пластиковый прямоугольник не только возможность бесплатно ездить на общественном транспорте. Я могу с нее, значит, с карты снять пенсию, я могу использовать ее в магазине, расплачиваясь за продукты или еще за какие-то товары, вот, и могу пользоваться общественным транспортом. Но даже среди знакомых Елены Васильевны достаточно тех, кто просто боится использовать карточку, кроме как для поездок на транспорте, и воспринимает деньги только исключительно в виде наличности. Хотя во многих странах мира карточки используют не только в качестве кошелька. Вот такой чип на кредитке позволяет хранить все персональные данные, начиная от паспорта и заканчивая информацией из медицинской карты. Здесь многое похоже на коммерческий банк, только это поликлиника. Вся история здоровья теперь спокойно помещается в кошельке. В Уфе такая карточка – это и страховой полис, и пенсионное удостоверение, и даже медицинская карта. В рамках эксперимента здесь так работают многие учреждения. А в перспективе так должна жить вся страна. Цель наша сегодняшняя заключается не в том, чтобы создать какую-то идеальную модель или же просто запустить какой-то новый проект, а в том, чтобы те пластиковые карты, которые лежат в карманах у наших граждан, использовались не один раз в месяц для того, чтобы снять наличность в банкомате, а именно использовались в соответствии с многофункциональным назначением соответствующей карты. То, что кредитку можно использовать не только в банкомате, кому-то может показаться фантастикой, только это будущее, которое уже не за горами. Но эти нововведения, и об этом в первую очередь говорил Дмитрий Медведев на совещании, потребуют дополнительных преобразований, например, создания национальной платежной системы. Создание национальной платежной системы, ее правовой основы, организационных позиций по этой системе, это действительно стратегический вопрос. От того, насколько мы будем успешны, будет зависеть и успех в целом нашей финансовой стратегии во многом, и на самом деле качество обслуживания наших граждан, степень защищенности наших граждан от неблагоприятных финансовых событий. В России таких платежных систем действует больше 20, но главные из них только 2, и обе зарубежные. Экономист Владислав Иноземцев объясняет, что свои платежные системы сейчас есть во многих государствах, например, в Китае или Японии. И внутри страны карточки национального оператора обладают большими преимуществами перед зарубежными системами. Создание такой национальной платежной системы может дать преимущество или даст преимущество держателям этих карт в сфере сугубо российских платежных операций. Оплаты ЖКХ, штрафов, пополнение телефонных счетов и так далее, и так далее. Этот кусок пластика служит человеку уже больше 50 лет и бесспорно делает жизнь людей легче. Но взамен требует элементарных навыков использования. Грубо говоря, к кредитке нужно относиться так же, как, например, к собственному кошельку. Получил смс-уведомление от банка, который перечисляет мне зарплату, о том, что я якобы совершил покупку в неком магазине, который, судя по названию, торгует обувью. И валюта сделки не рубли, а гондурасские лемпиры. Сумма сделки в пересчете на российские деньги составила 30 тысяч рублей. Олег тут же обратился в банк за разъяснением. Там удивились его оперативному возвращению в Москву. Ведь еще полчаса назад, согласно информации, которая пришла на банковский сервер, он был в Гондурасе.
Когда выяснилось, что ни в каком Гондурасе Олег никогда не был, стало понятно, что для кого-то его банковские счета уже не тайна. Существует специальное устройство, которое устанавливается на банкоматы или в магазинах, на кассы, которое позволяет считывать информацию, вот та, которая хранится на могильной полосе, и та, которая является самой ценной. Возможно, это произошло там. Для мошенников их еще называют кардерами. Главное на кредитке – это черная полоса сзади, так называемый дамп, получив который, преступники создают копию вашей карты. Причем получить дамп несложно. Вот объявление в интернете. На самом деле таких сайтов множество, которые торгуют дампами оптом и в розницу. Во всем мире убытки от такого мошенничества исчисляются миллиардами долларов. И Россия здесь не исключение. Пластиковые карты – это лишь часть современных технологий, которые во многом связаны с другим изобретением человечества – всемирной сетью интернет. Это глобальный мир, у которого сотни миллионов пользователей, и о котором специалисты уже давно говорят, что эта виртуальная среда совсем небезопасна. Этот сайт госуслуги.ру создан для того, чтобы помогать людям. В будущем планируется, что им будут пользоваться практически все граждане России, чтобы, не выходя из дома, получать большую часть госуслуг. Получение паспорта, выход на пенсию, рождение ребенка, не дай бог, перерасчет квартплаты, за которым сейчас все стоят там в очереди. Но для получения этих услуг нужно зарегистрироваться, открыть так называемый личный кабинет, где будет храниться вся информация о пользователе, паспортные данные, сведения о доходах, налогах и имуществе. То есть та информация, которую называют конфиденциальной. Игорь Алексеев всегда считал, что его данные защищены надежно, но в одночасье лишился всего почты, блога и собственной страницы в социальных сетях. Говоря языком интернета, его попросту взломали. Основная ошибка, когда все социальные сервисы вешаются на один контактный e-mail. Если злоумышленник получает доступ к e-mail, то он получает доступ ко всем социальным сервисам, потому что он просто может поменять пароли. Как и в большинстве случаев, интернет-данные Игоря взломщику были нужны исключительно ради наживы, но денег не оказалось. Но если бы Алексеев еще бы зарегистрировался на госуслугах, потери были бы куда значительнее. Все данные, такие как паспорт или счета, оказались бы у преступника. Те проблемы, которые сейчас есть в интернете, начинались исключительно как забава. Ради демонстрации собственного преимущества чего только хакеры не придумывали. На телеэкране это выглядело бы так. Например, во время эфира начинают неожиданно появляться десятки спам-сообщений. Или ведущий распадается на квадраты. В завершение ко всему вообще можно изображение выключить. Вот это и называется хакер-атака. С годами такие преступления стали менее эффектными, но зато более опасными. Но несмотря на существование этих проблем, будущее все равно за электронными технологиями. Они экономят и время, и деньги. И хотя жить по-старому в современном мире еще пока можно, но с каждым годом все сложнее. До сих пор у значительной части, у подавляющей части наших людей расчеты за услуги, за покупки, за коммунальные платежи прежде всего ассоциируются с наличными в кармане. А весь мир живет совершенно по другим законам. И хотя у нас используются довольно активно иностранные, международные платежные карты, но тем не менее их использование довольно существенно отличается от использования соответствующих платежных карт в других странах. Уже 31 марта по распоряжению президента правительство должно внести в Думу законопроект о национальной платежной системе. И на первоначальном этапе ее внедрения отечественные карточки будут исключительно банковскими. Причем для них сейчас разрабатываются дополнительные меры защиты. А к 2014 году они станут еще и социальными, и ими должны будут пользоваться уже все граждане России. Александр Бутухов, Андрей Федоров, Анастасия Устинова и Павел Сидельников. В воскресное время. Первый канал. На этой неделе Россия и Индия развивали давнее военно-техническое сотрудничество. Премьер-министр России Владимир Путин с рабочим визитом побывал на родине Махатмы Ганди. Главы правительств России и Индии обсудили темы сотрудничества в атомной энергетике и в оборонной промышленности, а также заключили ряд договоров на несколько миллиардов долларов. Репортаж из Дели Максима Боброва. Друзьям тоже скидка будет. Главный не деньги, главный по-человеческим работа и надолго, который.
Он неплохо говорит по-русски, хотя в России не был ни разу. Еще бы, за 20 лет Тараджит Сингх продал нашим туристам тысячи кожаных курток и плащей. На знаменитом Яшванат Плейс, известном как Яшка или как русский рынок. На рынок индийский Россия сегодня выходит со своим высокотехнологичным товаром. Владимир Путин приехал в Дели с многомиллиардным пакетом соглашений, выгодных как Индии, так и самой России, в плане инвестиций и новых рабочих мест. Модернизированный авианосец «Адмирал Горшков», Индия получит его через 2 года, истребители МиГ-29К, новые блоки для индийских атомных станций. В ближайших планах совместная разработка сверхсовременного военного самолета, истребителя 5-го поколения. А еще Индии нужна техника для приема российской спутниковой системы ГЛОНАСС. Инновации и такие традиционные в нашем товарообороте вещи, как чай со слоном. Путину даже пожаловались на таможенные проволочки. Премьер обещал разобраться, ведь с индийским чаем у него, как и у большинства россиян, особые отношения. Вы какой чай любите? Зеленый или черный? В основном индийский, наверное? Мы традиционно в семье, вот в моей, где я рос, в основном употребляли чай, кофе практически никто не пил. И особой привилегией было заварить именно индийский чай. Привычный для россиян, необычный для индийцев. Формат общения премьера с аудиторией в режиме прямого телемоста. На связи Мумбай, Калькутта, Бангалор, крупнейшие индийские города. Собеседники Путина – деятели культуры, ученые и предприниматели. В Индии с интересом знакомятся с российским антикризисным опытом. Говоря о поддержке финансовой сферы, премьер напомнил, государство помогало банкам как с российским, так и с иностранным уставным капиталом. Считаю себя вправе отметить, что не во всех странах меры правительственной государственной поддержки финансового сектора распространялись на иностранные банки. А мы это сделали. Для индийского бизнеса российский рынок – это территория больших возможностей, уверен премьер. Путин призвал деловых людей судить о России по собственному опыту, а не потому, что иногда пишут в западной прессе. Несмотря на то, что кто-то рисует какую-то негативную картину, при этом все мировые компании, все в России активно работают. У средств массовой информации вообще такая задача и такая философия. Нужно критиковать власти. И на самом деле это правильно. Потому что власти должны чувствовать, что они находятся под определенной лупой, под определенным вниманием и контролем со стороны общественности и средств массовой информации. Я что-то не знаю ни одной иностранной компании, которая бы разорилась, была бы не удовлетворена. Постоянно есть какие-то вопросы и проблемы. Постоянно, потому что там, где работа, там и проблемы. Проблем нет только там, где никто ничего не делает. Но деловые люди, они уверен строят свои планы, основываясь не только на том, что видят и слышат из средств массовой информации, а на деловой практике и на реалиях жизни. Тем временем Россия выходит на индийский рынок телекоммуникаций и мобильной связи и укрепляет позиции в энергетическом секторе. «Росатом» вскоре запустит первый реактор на индийской АЭС «Кудан-Кулам». В планах новые блоки. Насколько они безопасны, тревожились индийские собеседники Путина. Индию беспокоит безопасность использования ядерной энергии. Может ли Россия конкурировать в этой сфере с американскими и французскими компаниями? По последним оценкам МАГАТЭ, российские ядерные реакторы считаются самыми безопасными в мире. Но специалисты знают, это касается и прямой защиты. У нас эти реакторы с двойной оболочкой. Есть специальные механизмы защиты чисто интеллектуального, производственного характера. Достаточно сказать, что в отличие от всех других реакторов, которые в мире изготавливаются, наши реакторы выдерживают
прямое попадание среднемагистрального самолета. В Дели Владимир Путин провел переговоры со своим индийским коллегой Манмоханом Сингхом и с индийскими женщинами-политиками, причем самого высокого ранга, президентом Пратибхой Патил и лидером старейшей в стране партии Индийский национальный конгресс Сонией Ганди. Она продолжает, пожалуй, самую знаменитую в Индии политическую династию Неру Ганди. Давние связи и симпатии на уровне государств, политиков и обычных людей, таких как тот же торговец на русском рынке Таранджит Сингх, летом собирается, наконец, съездить в Россию, чтобы на время поменяться местами со своими покупателями и услышать русскую речь уже не в Дели, а в Москве. Индийский русский дружба уже давно, и слава Богу, и дай Бог, который надолго. Максим Бобров, Сергей Гапонов, Юрий Гвоздь, Первый канал. Сегодня в России единый день голосования. Выборы прошли в 8 регионах и в ряде областных столиц. В списке избирателей было включено 32 миллиона человек. И именно от результата этих выборов будет зависеть, насколько эффективной будет власть на местах в России. За первыми итогами голосования в Центризбиркоме следит наш корреспондент Павел Краснов. Павел, добрый вечер. Какова активность избирателей на этих выборах и есть ли уже какие-то первые результаты по регионам? Да, добрый вечер, Петр. К этой минуте закрылись уже все избирательные участки на территории страны. Сейчас уже действительно можно говорить об итогах выборов, тем более, что на Дальнем Востоке бюллетени уже практически полностью подсчитаны. Всего, как уже не раз говорилось, в России сегодня проходило более 6000 выборов разного уровня. Но наиболее пристальное внимание, разумеется, было приковано к выборам в региональные парламенты. Таковые проходили в 8 областях. Во всех этих выборах принимали участие партии, представленные в Государственной Думе. И вот, судя по той информации, что поступило в Центр избирком, на данный момент лишь в 2 из 8 регионов голоса еще не подсчитаны. Это Воронежская и Калужская область. Остальных 6 побеждает Единая Россия. И почти во всех областях законодательные собрания проходят и остальные 3 парламентские партии. Впрочем, везде, за исключением Хабаровского края, подсчитана лишь незначительная часть бюллетеней. Цифры еще могут меняться. Посмотрим, насколько значительно. Что касается явки избирателей, то она во всех регионах оказалась несколько выше, чем полгода назад во время предыдущего единого дня голосования. Без нарушений в ходе выборов, судя по всему, не обошлось. В Центральную избирательную комиссию поступала информация, об этом поступали жалобы, но нарушения немногочисленные и незначительные. Сообщается, например, о потасовке на избирательном участке в Свердловской области, где-то была незаконная агитация, в Туле распространялись подложные листовки, распространитель задержан. В общем, это не те нарушения, которые могли бы серьезно повлиять на результаты выборов. И, как заверяет Центр избиркоми, сегодня голосование проходит в целом спокойнее, чем осенью во время предыдущих выборов. Сейчас о том, как сегодняшние выборы оценивают их участники, предварительные результаты голосования уже прокомментировали лидеры политических партий России. Главный итог сегодняшних весенних выборов – это победа Единой России. Во всех субъектах, 8 субъектах, где прошли выборы, мы в состоянии сформировать фракцию большинства. А значит, та программа, те наказы, которые были получены в ходе многочисленных встреч, мы можем беспрепятственно реализовывать и дальше. Ибо старейшая партия, самая опытная, мы действовали в рамках закона. Данные экзитпола показывают, что наша партия преодолевает барьер везде. В некоторых регионах значительно превышая проходной барьер, где-то даже в 2-2,5 раза. Но результаты окончательные мы посмотрим, какие будут. Наши депутаты практически отработали везде. Команды по контролю мы только сегодня в ключевые регионы отправили 19 тысяч человек, которые закрыли почти во всех городах участки для контроля и наблюдения. Но в целом выборная кампания была довольно сложной. Единая Россия, еще раз хочу сказать, во всех 8 субъектах, где были выборы законодательных собраний, имеет большинство или квалифицированное большинство. То есть вопрос о выборах будущего, например, губернатора, руководителя данного субъекта будет президент обсуждать с партией «Единая Россия». Единый информационный центр продолжает свою работу. Сюда, в Центральную избирательную комиссию, всю ночь будут поступать данные по мере подсчета голосов. И уже утром будут объявлены предварительные итоги выборов по всем регионам. И с большой долей вероятности эти цифры останутся окончательными, поскольку они будут озвучены после обработки почти 100% бюллетеней. Хотя официально все же итоги голосования будут подведены позднее, в течение недели. Петр? Большое спасибо. С последними данными из Центральной избирательной комиссии на прямой связи с нами был наш корреспондент Павел Краснов. Ну а во второй части программы мы продолжим рассказывать вам о главных событиях минувшей недели.
Премьерный показ. Новая коалиция на Украине, утверждает новое правительство. Кто вошел в кабинет Азарова и каковы приоритеты новой украинской власти? Если глава правительства лично не берет, если министр не берет, то, поверьте мне, с коррупцией справиться можно. Война по расписанию. Зачем грузинская телекомпания спровоцировала приступ паники у населения Грузии? Мы попытались смоделировать возможный вариант развития событий. Евро сбилось с курса. Как повлияют экономические проблемы Греции на курс единой европейской валюты? Кто будет следующим? И почему Германия хочет создать Европейский валютный фонд? Вы смотрите программу «Воскресное время». На этой неделе на Украине завершился процесс формирования новой власти. После победы Виктора Януковича дни оранжевой коалиции в парламенте были сочтены. И в четверг за один день Украина получила и новую коалицию, и новое правительство. Кабинет министров возглавил один из лидеров партии регионов Николай Азаров, которому Виктор Янукович сразу после голосования в Верховной Раде вручил букет алых роз. О том, кто вошел в новое правительство под лозунгом «Стабильность и реформы». Репортаж из Киева Виталия Каченко. Администрация президента, кабинет министров, Верховная Рада. Теперь это единый государственный триумвират на Украине. Процесс консолидации трех центров власти поставил абсолютный рекорд новейшей политической истории страны. Всего за две недели с момента инаугурации нового главы Украины Виктора Януковича в Верховной Раде создана новая коалиция, утвержден премьер-министр и весь персональный состав правительства. Такой сплоченности на высшем государственном уровне в стране не видели уже 5 лет. Менее чем за 3 часа украинская власть изменилась до неузнаваемости. Избранный президент Виктор Янукович с букетом темно-красных роз поздравляет нового премьер-министра Николая Азарова. Результат голосования за премьер-министра Азарова и его кабинет многих на Украине удивил. За 242 при необходимых 226. Президент Украины обращается с речью к нации. Коалиция безотлагательно предложила новое правительство, в состав которого вошли высокопрофессиональные и ответственные специалисты. Как глава государства я беру на себя ответственность за решение, давшее нам возможность приступить к работе в максимально сжатые сроки. Новый премьер-министр Николай Янович Азаров. 62 года, выпускник МГУ, геолог, профессор, родом из Калуги. Азаров первый политический лидер Донбасса. Возглавлял нынешнюю партию власти еще во времена ее становления. Работал в двух правительствах Виктора Януковича. Первым вице-премьером и министром финансов. Оппоненты часто обвиняли Николая Яновича в незнании украинского языка. Мол, как он может руководить страной, не зная мовы? Видимо, поэтому свои первые слова новоназначенный глава правительства произнес на украинском. Краина разграбована. Казна державы порожня. Экономичный спад продолжается. Пришелся в 3 раза. Все понятно и без перевода. Украина 3-й месяц живет без бюджета. Экономический крах. Страна в большой долговой яме. Новый премьер обещает навести порядок. Азаров начинает с борьбы с коррупцией. Если глава правительства лично не берет, если министр не берет, то, поверьте мне, с коррупцией справиться можно будет. За хорошей жизнью в кабинет министров нынче не идут, говорят экономисты. Правительство Юлии Тимошенко ушло, оставив громадье проблем. Команде Азарова придется принимать непопулярные меры. За предстоящую работу их уже прозвали правительством камикадзе. Треть нового правительства – выходцы из восточных регионов, вотчины президента Януковича. Со многими из них глава Украины работал еще в премьерские времена. Внешнеполитическое ведомство страны возглавил нынешний посол Украины в России Константин Грищенко. А вот экономическим блоком будет руководить бронзовый призер президентских выборов Сергей Тегибко. Поначалу он готовился работать в оппозиции, но президент переубедил.
Мы имеем уникальную возможность в Украине провести реформы, потому что у нас власть консолидирована, чего не было очень долгий период времени. И такой ситуации уходить в оппозицию, становиться, извините, четвертым оппозиционером и создавать четвертое или, там, я не знаю, какое уже правительство теневое, никакого смысла нет. За меня люди голосовали, отдавая больше 13%, понимая, что необходимы стране реформы, это первое. И второе, не разговоры о реформах, а действия. Вот, собственно говоря, действовать можно где? Во власти. Поэтому я здесь. Смене политических режимов на Украине предшествовали месяцы и даже годы ожесточенной борьбы. Отправленное в отставку 2 недели назад правительство Юлии Тимошенко до последнего отчаянно сопротивлялось. Участники рухнувшей оранжевой коалиции сомневались, что их оппоненты создадут свой политический союз. Вопреки таким прогнозам, новый парламентский альянс образовался в Раде даже раньше времени, отведенного законом. Объявляю о создании регистрации в аппарате Верховной Рады Украины коалиции депутатских фракций «Стабильность и реформы». В новую парламентскую коалицию вошли 3 фракции. Партия регионов, коммунисты, блок Литвина. Вместе у них 219 голосов. По украинской конституции для формирования коалиции необходимо не менее 226. Объявленная спикером коалиция «Стабильность и реформ» насчитывает 235 парламентариев. То есть к 3 фракциям примкнули еще 16 отдельных депутатов. Те, кто не входит ни в одну фракцию, а также из блока Юлии Тимошенко и нашей Украины народной самообороны. Это стало возможным после вступления в силу нового закона о регламенте Верховной Рады. Мы рассчитываем, что наша группа сможет сесть вот где-то здесь, между партией регионов и Бюта. Кто эти депутаты, перешедшие из бывшей оранжевой команды, политическая тайна. И для этого есть основания, говорит вошедшая в коалицию на индивидуальной основе Инна Богословская. Есть депутаты, которые действительно подвергаются сейчас жесточайшей обработке. У нас есть запись телефонного разговора, где один из бывших лидеров бывшей власти впрямую угрожает депутату, что он не доедет до города, куда он сейчас едет. У нас есть несколько депутатов в Верховной Раде из Бюта, которым кладут гвоздичку и траурную ленту на их рабочие места. Поэтому для нас сегодня очень важно, чтобы, объявив о существовании группы, мы имели возможность обратиться к секретариату Верховной Рады, чтобы нам дали отдельные места, чтобы эти депутаты не чувствовали на себе постоянного издевательства, этого хамства, извините, того политического отродья. Можно я буду говорить так, как я считаю нужным? Потому что то, что они сделали со страной, это ужасно. Юлия Тимошенко узнала о появлении нового правительства во время своей пресс-конференции. Ей передали записку. За новый кабинет министра во главе с Азаровым, которого она критиковала 1.5 часа, проголосовали и депутаты ее блока. Тимошенко занервничала и заявила о переходе в глубокую оппозицию. В страну возвращается азаровщина. Мы очень хорошо помним, с чем это было связано. С мегакоррупцией, с разворовыванием государственной собственности, с притеснением малого и среднего бизнеса. Это было связано, по сути, с разрушением стратегии развития страны. Никаких реформ я что-то не припоминаю, которые были при азаровщине. Только уничтожение экономики страны. Такой телевизионной картинки давно не видели на Украине. Президент, премьер, глава парламента за одним столом. Задача минимум на первые 100 дней возобновить сотрудничество с международными организациями и утвердить бюджет. На то, чтобы мир увидел, что в стране произошла реальная перезагрузка власти, очевидно, потребуется гораздо больше времени. Виталий Катченко, Евгений Кривоносов, Сергей Титенко, Максим Колесников и Александр Сахневич. Первый канал. Украина. На фоне успокоившейся после бурного президентства Ющенко Украины почувствовал себя одиноко другой герой другой цветной революции Михаил Саакашвили. Видимо, глядя вслед удаляющемуся в историю товарищу по несчастью, он почувствовал себя таким всеми забытым и как-то решил взбодрить своих избирателей. Вчера Грузию охватила паника. Телеканал «Имеди» в прямом эфире объявил о нападении России на Грузию и об убийстве Саакашвили, чем вызвал в буквальном смысле всеобщий ужас не только в Тбилиси, но и в маленьких городах и деревнях Грузии. Как выглядела эта провокация в репортаже Михаила Рыбакидзе. Граждане
Городская неотложка всю ночь с трудом справлялась с количеством вызовов. Причина – выпуск новостей на телеканале «Имеди». Когда диктор сообщал о позиционных боях в окрестностях Тбилиси, многим стало плохо. Люди жаловались на стенокардию, нервные срывы, шоковое состояние. Наши бригады оказывают не только медицинскую помощь, но и психологическую. Приходится рассказывать, что это все фантазии журналистов. Целых 30 минут держал в оцепенении всю грузинскую телеаудиторию канал «Имеди». Сенсационным сообщением о вторжении российских войск на территорию республики и боях в окрестностях Тбилиси журналисты телекомпании повергли в шок население страны. Диктор сообщил, что причиной начала войны стал теракт против президента Южной Осетии, в результате чего Эдуард Кокойте был убит. Танковый батальон российских вооруженных сил пересек границу Ленингорского района и теперь находится на подступах к Тбилиси. Далее говорила, что правительство и президент Саакашвили были эвакуированы, но уже через несколько минут телекомпания сообщила о гибели Михаила Саакашвили и создании народного правительства во главе с Нино Бурджанадзе. Показали кадры, на которых якобы жители бегут из Тбилиси к горе Мцхете. Программа продолжалась полчаса, и после известий об ужасных бомбардировках аэропортов и морских портов Грузии, телекомпания наконец сообщила, что это был специальный репортаж о возможном развитии событий. Мы попытались смоделировать возможный вариант развития событий. Однако это объяснение авторов креативного проекта по правительственному каналу уже никто не слушал. Паника началась по всей республике. У здания телекомпании «Имеди» в Тбилиси собрались возмущенные граждане, правозащитники, журналисты и политики. Главное – очернить, главное – оскорбить, главное – посеять ненависть между людьми, между народами. Главное – показать, что только ты любишь эту страну. Однако люди, я уверена, что этого не простят. Все прекрасно в Грузии понимают, что за всем этим стоит президент Саакашвили и его криминальная команда. Согласно грузинской конституции, распространение дезинформации посредством СМИ карается законом. Телекомпания нарушила также кодекс журналистской этики. В 2007 году во время разгона демонстрации на проспекте Руставели журналисты этого канала призывали тбилисцев выйти на улицы и поддержать митингующих. Именно это стало поводом для отключения «Имеди». Тогда в офис телекомпании ворвался спецназ. Многих журналистов избили, разгромили технику, а владельца телекомпании Бадри Патаркасашвили обвинили в организации государственного переворота. После смерти бизнесмена зимой 2008-го канал был отобран у его семьи и перепродан зарубежной компании. Однако возглавили его надежные люди из окружения Саакашвили, после чего «Имеди» и превратился в рупор власти. Главный герой вчерашнего псевдовыпуска новостей Михаил Саакашвили, который по версии журналистов был якобы убит, сегодня появился перед телекамерами со своей оценкой увиденного. Вчерашний репортаж был максимально приближен к реальности, максимально приближен к тому, что могло произойти, или то, что есть в голове, в уме врага Грузии. Оскорбительной ложью назвал вчерашний выпуск новостей глава Грузинской Православной Церкви. По его словам, авторы этого проекта не имели права соглашаться на такую провокацию. Человек ведь это же неподопытный кролик, поэтому мы осуждаем такие передачи. Я прошу власти обратить внимание на такие события. Нельзя, чтобы такого рода телевизионные передачи были бесконтрольными. С требованием наказать идеологов и исполнителей грязного заказа выступили представители неправительственных организаций. Акция протеста состоялась сегодня в центре Тбилиси. Циничный информационный террор, продуманная спецоперация властей и зомбирование собственного населения. Такую оценку дали участники акции, увиденному накануне в эфире телекомпании «Имеди». Кто ответит за провокационный репортаж, вызвавший панику среди населения республики, пока неизвестно. Во всяком случае, комиссия по распределению частот назначила на понедельник чрезвычайное заседание. На нем будет рассмотрен вопрос применения санкций против телекомпаний. Стрелочников, быть может, и накажут. Однако оскорбленное население требует наказания дирижеров и постановщиков провалившегося спектакля. Михаил Рубакидзе, Георгий Базадзе, Первый канал, Тбилиси. Вот о постановщиках поясню только, почему мне кажется, что Саакашвили был, конечно, в курсе этой провокации телекомпании «Имеди». Вообще, если бы он о ней не знал, то наверняка бы успел убежать или улететь из Тбилиси и спрятаться где-нибудь в горах. Потому что кошмар про русские танки настойчиво насаждается грузинскими властями с момента агрессии Грузии против Южной Осетии в августе 2008 года. Фактически, это единственный способ как-то отвлечь общественное мнение Грузии от простого вопроса. Кто виноват в том, что ни жители Южной Осетии, ни граждане Абхазии не хотят и никогда больше не захотят жить в государстве Грузия, выбрав
независимость. Самой обсуждаемой темой в мире стала длящаяся вот уже третью неделю перепалка между странами Евросоюза из-за экономических трудностей Греции и способов помощи Афинам, а также другим государствам, попавшим в долговую кабалу внутри еврозоны. Именно эти дискуссии влияют и на курс евро, и на настроение европейских лидеров. Наш корреспондент Екатерина Кибальч отправилась на родину Одиссеи и Илиады, чтобы на месте понять, какие трудности провоцируют греков на общенациональные забастовки и как это скажется на будущем европейской валюты. В будний день на центральной площади Афин дымовая завеса и схватка с полицией. В соседних переулках всеобщая забастовка выглядит иначе. Кафе переполнены, и в атмосфере веселья и праздника можно забыть, что Греция – государство-банкрот. Вот в этом их теперь и обвиняет вся Европа. Греки слишком хорошо жили и слишком мало работали. Все бы ничего. Банкротство маленькой Латвии для Европы прошло почти незаметно и стало частной трагедией этого государства. Но Греция – страна еврозоны и пользуется евровалютой. Каждая страна еврозоны чеканит свою собственную монету. На греческой изображен известный миф похищения евро. Влек в море древнегреческий бог Зевс. Современные же греки могут поневоле потопить Европу вместе с ее единой валютой. Не будь в Греции евро, здесь просто объявили бы дефолт. Нам, простым грекам, сейчас повышают налоги. Мы не хотим платить за ошибки нашего правительства. Раз мы живем в Евросоюзе, то богатые европейские страны должны как-то помочь. Фраза «Евросоюз заплатит» давно уже синоним «Германия заплатит». Но оказалось, немцы не хотят быть еврокошельком. Депутаты Бундестага предложили Греции продать острова. А обложка немецкого журнала «Фокус» выразила то, что думают большинство немцев, но стесняются сказать. Обманщики в европейской семье. Греки сообщали в Брюссель ложные данные. Они подделывали финансовые отчеты и продолжали брать новые и новые кредиты. Сейчас Германия им говорит, так дальше не пойдет. Меняйте свою экономику. Платить грекам – это не выход. И если одна страна получит деньги, другие захотят тоже. Придет Берлускони. Италия ведь тоже на грани кризиса, но она гораздо больше Греции. Ответ греческой прессы оказался еще менее политкорректным. Знаменитая берлинская статуя Победы Виктории на фотоколлаже в греческой газете показала Европе свастику. Немцы всегда делали бизнес в Греции, давали здесь взятки, развращали наше правительство и загнали его в долги. А теперь насмехаются. Сегодня мы, греки, готовы дать Германии такой же отпор, как во время Второй мировой войны. Это пикет у немецкого супермаркета в Афинах. Прохожим раздают листовки, где Ангела Меркель в нацистской форме, а греческий народ вооружен винтовками. Не покупайте ничего немецкого. Общество потребителей Греции объявило бойкот немецким товарам, а мэр Афин подсчитал, сколько именно должна Германия за Вторую мировую. Репарация Германии уже давным-давно посчитана, но наше правительство недостаточно жестко требовали этой выплаты в свое время. Если перевести ту сумму в нынешнюю валюту, получится 70 миллиардов евро, может быть и больше. Получать доходы от развалин Греция умеет. Один билет в Акрополь – 12 евро, но сейчас речь идет о 70 миллиардах. Эти кадры снимал оператор Вермахта. У ступеней Парфенона гуляют немецкие солдаты. Говорят, Гитлер был очень доволен захватом Греции. Страна хоть и маленькая, но ведь именно здесь началась история Европы. Над Акрополем, символом демократии, немцы сразу установили нацистский флаг. Вот та самая страна Акрополя, на которую я залез. Видите, немцы на Акрополе. Манолис Глезос – национальный герой Греции. Его портрет печатают на марках. В его честь называют улицы, школы, и даже один из пиков Памира носит его имя. Каждый ребенок в Греции знает о подвиге Манолиса Глезоса. В 41-м он забрался по скале на Акрополь и сорвал свастику. Я скажу очень просто. Мы воевали и победили Гитлера. А современное греческое правительство боится демократической Германии. Немцы снова пришли, чтобы поработить нашу страну. Греция не принимает больше самостоятельных решений, ни военных, ни экономических. Немцы здесь хозяева, хотя до сих пор не расплатились за то, что они тут натворили во время войны. Манолис Глезос уверен, что греки вспомнили сегодня войну не ради денег, а ради справедливости. Не могут себе представить ни немцы, ни Европа, что будет, если обидеть Грецию, пытаться ее нагнуть. Характер грека таков, что он никогда не смирится с обманом и двуличием.
Вторую неделю подряд Греция бунтует. Забастовщики захватывали здание Минфина и центрального казначейства. А эту машину раскачивают, потому что она не участвует в забастовке такси. Но таких исключений мало. Против урезания бюджета в Греции протестует большинство. Даже Манолис Глезос не выдержал и в свои 87 пошел на демонстрацию. Правда, для него это окончилось печально. Национальный герой попал в больницу из-за слезоточивого газа. В тот же день премьер Греции Георгиос Папандреу поехал договариваться о финансовой помощи. Но Германия денег так и не предложила. Евро в любом случае будет падать, и, если честно, этого добивались определенные круги. Факт, что европейская промышленность выигрывает от слабого евро. Мы можем наблюдать это уже сейчас. Наши товары стали дешевле для стран доллара. Финансовым кризисом в Греции на этой неделе заинтересовались не только экономисты, но и политологи. У них своя версия. Не повод ли Греция для нового раздела Европы? Германия, скорее всего, ждет, когда Греция скажет: ну хорошо, мы там делегируем вам некоторые свои права в обмен на то, что вы дадите нам деньги. Вот я склонен считать, что основная цель Германии – постепенном изменении формата Евросоюза в сторону усиления роли Германии в нем. Те же Соединенные Штаты Америки будут прилагать много усилий для того, чтобы это не получилось. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу на этой неделе хоть и путешествовал по богатым странам, заявил, что суверенитет Греции он сохранит любой ценой. Эта цена, понятно, стоит лишь выйти в Афинах на улицу, причем в любое время суток. Демонстранты, недовольные урезанием льгот и ростом налогов, требуют отменить антикризисные меры. Смена почетного караула возле здания греческого парламента. Каждый час, несмотря ни на что. И пускай мимо идут колонны с демонстрантами, солдаты скоро замрут и будут стоять, не шелохнувшись. Также и те, кто работает в этом здании, смотрят на беспорядки в Афинах с такой же невозмутимостью. Дело в том, что сейчас отказаться от собственных предвыборных обещаний и пойти против собственного народа для Греции, возможно, и есть самая честная и благоразумная политика. Я уверена, у нас все будет хорошо, мы справимся, сами справимся. Греческий политик Анжела Гереко просто обязана быть оптимистом, несмотря на то, что у нее под балконом взрывают шумовые гранаты и пускают слезоточивый газ. Все дело в том, что Анжела отвечает в греческом правительстве за туризм. Туризм в Греции все равно, что тяжелая промышленность. Ведь туристический бизнес – это 20% ВВП. В этом году мы хотим увеличить поток туристов за счет россиян. Конечно, Греция в рамках Шенгенского соглашения, однако мы ищем способы, чтобы в отношении россиян был особый визовый режим. Порядок получения виз будет упрощен в самое ближайшее время, чтобы не упустить этот сезон. Греция попала в трудное положение как раз из-за того, что в кризис немцы и англичане стали меньше отдыхать. Анжела Гереко показывает антикризисный ролик. Она надеется, что если не соседи по Евросоюзу и не Америка, то хотя бы эта красота спасет Грецию. Екатерина Кибальчич, Юрий Шолмов, Татьяна Иткина и Дмитрий Ростоцкий. Воскресное время. Вы смотрели «Воскресное время». С вами был Петр Толстой. Запомните эту неделю. Встретимся в следующее воскресенье, как обычно, в 21 час. А прямо сейчас почувствуйте большую разницу. До свидания. Всего доброго.